Как легко и правильно нарисовать лицо. Смотри. Засечками наметьте высоту лица и ось, также симметрично и ширину лица. И вот такую форму в виде яйца. Линия глаз делит пополам лицо. И вот такую геометрическую форму. Засечками наметьте глаза и такие глазные яблоки в виде шариков. Между глаз расстояние глаз. Линия бровей чуть выше. Линия носа делит подбородок и брови и такое же расстояние до линии волос. Середина между подбородком и носом линия нижней губы. Вот так вот переднюю площадку носа и нижнюю. Кончики губ почти на уровне середины глаз. Всю остальную форму лица вот так вот рублено показываем. Теперь можно вот так вот заштриховать теневые части лица. На глазных яблоках тоже покажите тень обязательно. И линии глаз. А, кстати, уши на уровне носа и глаз. И тоже их простую форму уложите. Теперь возьмите растушевку и начните растушевывать тени, при этом создавая полутона, переход от тени к свету. А сейчас карандашом уточняйте детали, особенно глаза. И опять возвращайтесь к растушевке, параллельно прорисовывая детали карандашом. Ну и, конечно, резинкой тоже пользуйтесь. Друзья, я желаю вам творческих успехов. Благодарю за подписку.